Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эссанж, и сегодня мы продолжаем рубрику прохождения карт, не будем тянуть, поехали. В это время, друзья, мы проходим карту The Woods, что можем перейти как либо древесина, либо как роща. В общем, друзья, по сюжету этой карты мы играем за полицейского, который ищет пропавшего мальчика по имени Джордж. Его ищут уже около недели, и получается, по сюжету карты я единственный полицейский, ага. Бета, да, это бета, друзья. Карта еще не до конца вышла. Получается, доступно несколько глав, по-моему, две. Максимальное, сколько... Я точно не помню, сколько там должно быть глав, по-моему, четыре. В общем, мы играем за этого полицейского. Мы ищем мальчика по имени Джордж. Ему, получается, 10 лет. И его разыскивают уже неделю. Для начала мы... То есть, с самого начала мы смотрим в городе, но не находим его. Дальше со своим напарником Тревором едем в город Вудсвиль, где его, ну, как я понял, видели в последний раз. Ладно, друзья, поехалите. Welcome to the Woods. Ага, правила. Так, правила. Не читерить, Adventure Mode. Ага. Такс. Та-та-та. 5-70 градусов, ну... Все это я уже поставил. Ага. Так, мультиплатинг плейт. Комната трофеев еще есть какая-то. Ага, есть даже достижения. Ого. Ладно. Такс. Вот у нас есть история. Угу. Хорошо, друзья, мы в неком городке Вудсвиль. Вот у нас создатели карты. И даже композиторы несколько карт создавали. Вот он, The Savion. Карта особенно на НКПДЛ. Так, хорошо. Настройки есть. Да, давайте, друзья, посмотрим настройки. Камера шейк и скример. Ну, скример можно оставить. А вот, честно говоря, я не люблю вот эту камера шейк. Тряска камеры. Меня она как-то вот, ну, прям раздражает. Извиняюсь, что я это отключаю, но ладно. Ага, да. У нас, как видите, есть 4 главы. Даже 5 глав. Да, доступно пока что 2. Темный лес и роща. Ну, что за дом? Видите, тут тоже деревня какая-то. Ну, ладно. А, такс. Можно ресетнуть. И давайте уже начинать. Такс, загружается. Ну, давайте я перемотаю этот момент. И давайте, друзья, начинать первую главу. Все, поехали, а? Глава первая. Где это все началось? Так. Мы... Опа. Эй, Саш, ты опять? Ты готов? Ты уже как бы находишься в роще? Да, Тревор, я нахожусь. Так, слушай внимательно, ты на входе в Вудсвиль. Вудсвиль, это где Джордж, получается, пропал. Так, твоя цель, давайте открою чат. Так, твоя цель зайти в эту рощу и найти Джорджа. Жители Вудсвиля говорят, что здесь есть какое-то существо в ночи. Также опасайся охранников в этой роще, если кто-то... Если один из них увидит тебя, ты будешь пойман. Не забудь об этом, хорошо? Я поговорю с тобой в следующий раз, хорошо? Ладно, мы не можем идти. А где Тревор? Тревор, видимо, у нас в голове. Добро пожаловать в Вудсвиль. Это охранник, да? У нас есть фонарь. Он еще не выбрасываем предмет, ну ладно. Может, нам сначала нужно к нему зайти? Так, стоп, он скажет, что если меня увидит охранник, то все будет плохо, но он меня сейчас видит. Здравствуйте, я полицейский, пришел на обыск. Что, у нас ночь, да, на дворе? Прям полночь. Ничего, если я у вас, да, мимо ничего. Зеленый ключ. Ладно, давайте выйдем, что ли. Давайте по тротуару цивилизованно пройдем. Ага, напомнится, какой? Зеленый ключ. Ну вот он у нас есть. Зайди в рощу и найди Джорджа. Приступаем, друзья, к поискам. Ух. Такс.
Домик охотника, деревня и башня. Ладно. Начинаем поиски. Макс Вудс. Вау. Он мертв. Получается, действие происходит уже после 2004 года, да? На карте по сюжету. А, что у нас в этих ящиках? Опа-на. Красный ключ. Хорошо. Давайте погуляем. Давайте даже не хочу гулять. Кролик. Ладно. Дичусь, когда существовал в ночи, друзья. Мне на самом деле немного страшно. Тоже здесь такая атмосфера. Держись подальше от этого места. Ладно, я понял вас. Хорошо, раз скажи держись подальше, то буду держаться подальше. Но вообще, как бы я полицейский, эй. Мне должен быть там. Ну, типа допуск. Дом. Вроде как обычный дом. Нужен оранжевый ключ, да? Ну хорошо. Пока что мало что понятно насчет того, что где может быть Джордж. Пока что я его нигде не вижу. Ну, друзья. Я... Ага, нам нужна доска. Знаете, большинство пропаж это нераскрытые убийства. А, ладно. Живым или мертвым мы его найдем, друзья. Я надеюсь на это. Давайте просто погуляем по тропинке. О, дом еще один. Интересно, что это за существо в ночи? О, красный ключ, как раз таки. Давай на всякий случай закрывать двери. Зеленый ключ, карта. А где это нам может пригодиться такая ключ-карта? Подождите. Ну, дом. Хотя тут свет горит, кстати. Кровать, дом. Вроде все. Что это было? Что это только что было? Что? Что? Нам что-то указывает, что ли? Или что это? Ребята, может, тут за дверью? Нам... Видите его? Это то самое существо ночи, что ли? Эй! Вы можете быть арестованы. Вы можете... Ладно, я понял, все, до свидания. Да, хорошо, мы поняли это. Пока-пока. Что это у нас? Нам нужен молоток. О, черт. Так, я надеюсь, что я с него смогу от него оторваться. Хорошо, мы хотя бы можем бегать. Ладно. Я надеюсь, что оно... Опа. Что-то было здесь. Свежая земля. Надеюсь, под ней не похоронен Джордж. Перебить забор мы не можем, да? Синий ключ нам нужен, да, теперь? Хорошо. Опа-на. Так, давайте закроем. Пусто. Ладно. На самом деле, правда, хорошая хоррор-карта. То есть немного этого экшена. Ну что побег, типа, от этого существа. А что дальше-то делать? Вопрос. Полагаю, что мы, друзья, что-то упускаем. Давайте пройдемся вот здесь, что ли. Может, тут что-то вот в этой стене есть? Интересно, вообще, где может использоваться ключ-карта? Вот прям ключ-карта меня это пугает. Вот знаете, какая-то лаборатория там будет. Ну ладно. Я все же думаю, что мы, друзья, пока что что-то упускаем. Потому что я немного не понимаю. Опа-на. Существа нету? Существа нету.
Ладно. Так, что у нас здесь? Пусто. А здесь пусто. Пусто. Что это вообще за место, интересно? А, можно дотянуться, не спускаясь? Пусто. А там? Молоток. Ага, да. Ну, точнее, молот, вернее сказать. Помните тот дом, который еще был заколочен? Он туда. Нам надо туда. Вот. Тихо. Эй, нет. Не надо. А, все, закрыть. Он за дверью стоит, черт возьми. Блин, уходи из-за двери. Сейчас там здесь заперты чуть-чуть. Он работает не замком просто. Интересно, что это вообще за существо? В ящиках ничего не видно, да? Опа, дневник Джорджа. И доска. Интересно, а можно отсюда спрыгнуть вообще? Ладно, хорошо, друзья, этот вариант мы рассмотрим позже. Давайте, друзья, почитаем дневник. Он может быть нам зацепкой. Мы, в принципе, безопасности, поэтому можем почитать. Дорогой дневник, наконец-то мой отец получил шанс купить тебя. Я надеюсь использовать тебя для многих уникальных моментов в моей жизни. Это у нас получается 2002 год, а сейчас... То есть этот дневник уже принадлежит ему более 2 лет. Вау, а давайте долистаем до конца. Много страниц он не использовал, ну ладно. Так, это у нас получается 08.05, 2002 год. А это у нас получается 20 лет назад было. Больше 20 лет назад. Это у нас получается что? 8 мая, да? Дорогой дневник, сегодня я с отцом пошли в большой город. Большой город на шопинг. Мама не могла пойти, потому что она была слишком занята ее домашними делами, обязанностями, то есть. Угу. Это у нас получается в тот же месяц. Подождите. 8.05. А, ну да, первая же ставится. Подожди, что там происходит? Что, он меня видит, да? Да, он там ходит. Ну ладно, я надеюсь, что он дверь не выбьет. Да, значит, у нас 5 августа, да. 5 августа, это уже 15 августа, мой день рождения. Так, следом получается спустя 2 месяца следующая запись. Дорогой дневник, сегодня был очень захватывающий день в моей жизни. Я наконец-то получил А+, ну, типа пятерка по математике. Я очень рад. Это вот поэтому мои родители сказали, что собираются подарить мне велосипед, который я хотел так долго. Я надеюсь, что... Вот это я, честно говоря, не знаю, как переводится. 2019-2022. Угу. Да, значит, это у нас... Хотя подождите. Так. Да, это у нас получается уже октябрь. То был август, это 19 октября 2004 год. Так, дорогой Ник, мой день рождения очень близко, и я очень рад. Я пригласил каждого из моей семьи. Ага. Кто-то живет далеко, кто-то живет близко. Но все пообещали, что они придут. Я на это надеюсь. Ага. Дорогой Ник, Новый год, 2003 год, 1 января. Так, мои родители и я, были вместе с родителями. Все хорошо провели время. Я играл до того момента, пока я слишком устал. Ага. Так, следующее, это у нас что получается? Вау, уже прошло. 7 месяц у нас какой-то, у нас получается 30 июля 2003 год. Мои родители и я, получается, уехали в Глори, большой город. Он очень большой и красивый. Он одновременно большой и красивый.
яркие постройки, скверы. Ну, то есть площади, чтобы на них поиграть. Несколько ресторанов, чтобы поесть. Я полюбил это. Мы останемся с моими... с моей бабушкой и дедушкой. Да, как бы на наш этот... отпуск. Так, хорошо. Дорогой дневник. Рождество. Рождество, получается, 21-е. Ага, это уже спустя год, слушайте. Год прошел целый. Долго он, однако, не использовал свой дневник. А хотя, подождите. Это 2-й. Ага, Новый год. Да, это мы прочитали. Так, 7-е, это было 30 июля. А это он уже в конце года. Рождество. Здесь, вот свели. А снег идет. Ага. Так, также здесь поставили большую ель для всех. Да, в общем, он поздравляет с Рождеством. Так, это уже 2004 год, и получается что? 2 мая, да? 2 мая же, да, это 2 мая. Это 4 год. Уже довольно-таки долго он не использовал дневник. Так, сегодня учитель, как бы учитель науки. Нам задал задание про природу. Так, нужно сфотографировать животных и растения. Хорошо, что я живу в роще. Мой друзья Джош. Моего друзья Джоша есть одна камера, чтобы снять все. Дорогой дневник, я не очень хорошо себя чувствую сегодня. Мой отец умер. Блин, Джордж, мне тебя жалко. 29 октября 2004 года. А почему он умер? Моя мама и я очень опечалены. Я много плакал в кровати. Мой отец был очень важный для меня человеком. О, его похороны были... А что это у нас получается? 1-1. 1 ноября, да? Они похоронили отца. Так, а это у нас 29 октября. А следующее датируется 17 августа, уже 2005 год. Он очень долго не писал. Другой ник, моя мама покинула меня для какого-то эксперимента. Она сказала, что она вернется после 8 вечера, но уже 8:50 вечера. Мне страшно. Я волнуюсь. Так, друзья, вот теперь мне реально страшно. То есть у него умер отец и... Мать его покинула, блин. Джордж, мне тебя жалко. Мне тебя очень жалко. Ушло ли то существо? Могу ли я прыгнуть с окна? Не разобьюсь ли я? Поехали. В принципе. А, нам, кстати, даже замедленное падение наложили. Так, давай, друзья, не смотреть никуда. Просто по-быстренькому. Вот, все. Пролезли сюда и спустились. Это что еще за строение, а? Тут у нас какой-то тоже проход. Интересно. Ага, зеленая ключ-карта. Вот как раз я могу пройти, да? Какой-то эксперимент. Его мать забрали на эксперимент. Черт возьми. Мне страшно там идти, поэтому, друзья, давай сразу зеленый ключ снова понадобится. Зеленый ключ, видимо, принадлежит охранникам, да? Здравствуйте, я расследую пропажу. А чё вы смотрите в никуда? Ну ладно, до свидания. Я только у вас проведу обыск. Синий ключ. Ладно, все, до свидания. Как я понял, это место там больше не несет пользы, поэтому пошлите. Синий ключ. Где он у нас вообще применялся? Как я помню, синий ключ, он вроде как был про эту. А вход вот именно в сам Вудси или этот городок. Помните? Ладно, сейчас поймем все. Сейчас мы все поймем. Пошлите, в общем-то говоря. Идем. Прыгаем. И все, друзья, пошлите вот сюда. Надеюсь, мы не напоримся на это существо.
Не знаю, есть ли в этой игре возрождение и сохранение прогресса кого-то, потому что если нет, то довольно-таки печально. Так, мы пока что его не видим, да? Или что оно ушло куда подальше? Да. Ага. В общем-то говоря, друзья, нам сказали, что мальчик не был в этих... в роще. Мне надо выходить отсюда. Вау, может хотя бы в отцеле остановимся там? Переночуем или не знаю. Это полицейский же. Что это у нас? А дорогие покупатели? Ага. Так, получается у нас вот эта вот лавка. А, я не знаю, честно говоря, когда переводится, ну ладно. Давайте все равно ее обыщем. Это как бы полицейский же обыск. Поисковая операция. Ладно. Надеюсь, фонарик носить с собой постоянно. Да, карта, правда, атмосферная. Так, нам нужен фиолетовый ключ. А сюда мы зайти можем. Джули... Джусилейно. Ладно, спи. Не буду будить, честно говоря, их не хочу. Так, тут у нас пусто. А, это, в принципе, неплохой городок. Здравствуйте, обыск. Спасибо, что разрешили обыскать ваш дом. Ага. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Мариана. Ага, оранжевый ключ. Давайте чуть попозже туда пойдем, где использовался оранжевый ключ. Поначалу я хочу обыскать полностью весь Вудсиль. На предмет... Эй, ты кто? Уйди из моего дома. Черт возьми. А что, все? Гейм овер. Что, все, что ли? Заново? Блин. Черт возьми, друзья, давайте я за кадром пройду. О, друзья, наконец-то снова дошел до этого момента. Но теперь главное не будить никого. Ох, надеюсь, что жители... Почему они такие агрессивные? Серьезно, друзья. Ну, типа, я просто разбудил случайно, да и вообще, я полицейский же. Как бы... Ну, я его могу арестовать. Ладно, хорошо, друзья, давайте серьезно проходить игру дальше. Так, Мариана. Здравствуйте, до свидания. Вот с ним надо быть аккуратнее. Все, закрываем. Нормально такие, кстати, двери оставил открытыми. Хорошо, что у нас? Какие еще могут быть зацепки? Кстати, друзья, я забыл вам сказать, что, к сожалению, дневник Джорджа утерян. Нужен молоток, но мы уже можем. Еще белый ключ. А с белым ключом уже надо попотеть. Опа, что это за здание? Кстати, а кто это там? Ты не спишь? Ты дружелюбен вообще? Неизвестный. Небезопасно походить в деревне ночью. Такс. Ну да, мы это слышали. Мы слышали, что здесь какое-то существо. Я извиняюсь, что я тебя обыскал, но... Прости, в общем. А здесь у нас что? Желтый ключ уже. Лифт. И можно подняться. А, блин, нельзя. Мы разбудим жителей. Куда, жилой комплекс, что ли? Нифига себе. Или отель. Ну, точно Вудсиль. Точно город. Опа. Проход. Ага. Мы получили достижение кладбища. Тут опять свежая земля. Чтобы не подсказывать, что под одной из таких... Под одной из таких вот участков похоронен Джордж. Как я вам говорил, большинство исчезновений это не раскрытые убийства или смерти. Вряд ли Джордж жив. Ладно. Что это у нас здесь? Коробки. Такс. Зрайк похоронен. Флопа. А теперь уже не смешно. Джеродж.
Но это не Джордж, это Джиродж. Ладно. Дрим, Херабрин. Ноу. Т-303. Сколько смертей? Вау, мы подобрали коробку. Кстати, это красители, походу. Ну ладно. Хорошо. Старая Minecraft текстуры, Sonic XZ. Это кто еще? Райан Дерево, Стив, Алекс. Опа, вот здесь вот прям лопата. Отдай ключ. Может лопату? Железная лопата просто. Джерни, его походу недавно похоронили. Вильям Вудс, а там был похоронен еще кто-то Вудс. Возможно, эта лопата — это вещественное доказательство, и, возможно, она принадлежит убийце Джорджа. Предположительному убийце, если Джордж еще... Если Джордж уже мертв, точнее. Так, мы получили оранжевый ключ, друзья. Давайте все-таки идти дальше. Нам надо к тому домику, где нам требовался оранжевый ключ. Пойдемте. Я знаю, что опасно, но... Ну, пойдемте, друзья. Мы, в принципе, можем от него убежать. А, так, кстати, он снимет этот дом. В нем я уже был. Он на той стороне. Бежим. На улице ночь. Нахуй не полная. Так. Бежим, бежим. Бежим, бежим. Где-то вот там он был, да? Да-да-да, вот он. Все, заходим. Здесь у нас пусто, к счастью. Ага, там еще ключ этот желтый, да? Да. Все. Белый ключ, все, можем дальше пройти, да, друзья? Обычно на предмет зацепок нету. Все, друзья, нам надо бежать обратно. Бежим. Просто бежим. Интересно, что за этими железными дверьми меня ждет. Так, там, сюда. И дальше до конца дороги, да? Да, вот он дом, рядом с которым пробегали. И все, он там уже вход в этот Вудсвиль. Тихо, 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 закрываем, все. Не зайдет. Пошлите. Проходим. И что? Это какая-то сцена? Кат-сцена? Ага. Я думаю, посмотрите, что где-то. Мальчик не в роще. Мы пошли прям... Ой. Так, это вор? Или кто это? Да, это тот, кто открыл ворота. Ой. Нам не надо было им попадаться. Хорошо, пошли за ним. Ребята, может, не надо? А, ребят. Сбежал. Черный экран. Глава вторая разблокирована, друзья. На самом деле выпуск получился довольно длинным, поэтому я предлагаю вам главу вторую пройти в следующем выпуске. А теперь... На этом выпуск, друзья, подошел к концу. Не забывайте ставить лайки, подписаться на мой канал, оставлять комментарии. С вами был снова Эссанж. Всем удачи, всем спасибо и всем пока. Ждите в следующей серии.